Всем привет! И сегодня мы проведем обзор технологии быстрой зарядки Quick Charge от компании Qualcomm на примере зарядного устройства от компании Tidjem с сайта AliExpress. Стоимость зарядки составила 490 рублей. Емкость аккумуляторов современных устройств постоянно увеличивается. Вместе с этим растет и время на их зарядку. Чтобы решить эту проблему, в 2013 году компания Qualcomm показала технологию быстрой зарядки под названием Quick Charge. На сегодняшний день компания представила уже 4 поколения данной технологии. Принцип работы Quick Charge основан на увеличении подаваемой на устройство мощности за счет увеличения напряжения и силы тока. С каждым поколением технологии скорость зарядки возрастает. Так, второе поколение быстрее первого в 1.5 раза, третье поколение быстрее первого уже в 2 раза и четвертое поколение быстрее первого в 2.5 раза. Для сравнения, первое поколение быстрее обычной зарядки примерно на 40%. Для функционирования быстрой зарядки необходимо, чтобы как заряжаемое устройство, так и сама зарядка поддерживали технологию Quick Charge. Нужно отметить, что поколения Quick Charge являются обратно совместимыми, и в случае, если устройства поддерживают разные поколения, зарядка будет осуществляться в сторону меньшего из участников. Зарядка Tidjem поставляется в небольшой картонной коробке. Внутри имеется краткая инструкция на английском языке, а также сама зарядка. Данное устройство поддерживает технологию Quick Charge 3-го поколения. Вот так выглядит инструкция. Вот так выглядит сама зарядка. Устройство имеет один USB-порт, а также световой индикатор состояния работы. Особо следует обратить внимание на технические характеристики зарядного устройства. Так, зарядка может функционировать в следующих режимах. От 3,6 до 6 вольт при 3 амперах, от 6 до 9 вольт при 2 амперах и от 9 до 12 вольт при 1,5 амперах. Чтобы оценить преимущество быстрой зарядки, проведем следующее тестирование. Зарядим от 0 до 100% Powerbank от компании Xiaomi на 20 000 мАч. Powerbank поддерживает технологию быстрой зарядки 2-го поколения. В ранее проведенном тестировании при зарядке от USB-порта сетевого фильтра Xiaomi устройство зарядилось от 0 до 100% за 17 часов 10 минут, что, согласитесь, очень и очень долго. Теперь давайте подключим Powerbank к быстрой зарядке и сравним результаты. В результате тестирования при использовании быстрой зарядки Powerbank зарядился от 0 до 100% за 6 часов 43 минуты. Это на 10 часов 27 минут быстрее, чем при использовании обычной зарядки. Ну что же, как видим, быстрая зарядка позволяет существенно сократить время зарядки вашего устройства. Но есть ли минусы у данной технологии? На этот вопрос однозначного ответа нет, так как одни считают, что быстрая зарядка сокращает время службы аккумулятора. Другие же считают, что это происходит по иным причинам. Но в одном все сходятся, что если такое влияние и есть, то оно минимально. В общем, если вы хотите заряжать свой аккумулятор в щадящем режиме, то используйте обычную зарядку. Если же вам важна скорость, то используйте быструю зарядку от компании Qualcomm. Она даст вам существенный прирост в скорости. Ну что же, это был обзор быстрой зарядки от компании Qualcomm на примере зарядного устройства от компании Tidjem. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!